Очередной рейд МЧС по противопожарной безопасности прошел в Твери. На этот раз сотрудники посетили частные дома в центральном районе города. Особое внимание спасатели уделили многодетным семьям. Не знаете или знаете? Знаете? А номера какие-нибудь знаете? Кому звонить? По какому номеру? Бани, пристройки, деревянный забор и близость домов друг к другу – все это может спровоцировать пожар. К тому же в частном секторе огонь распространяется быстрее. Сотрудники МЧС рассказали ребятам, как не допустить возникновения подобных ситуаций и как действовать, если почувствовали запах газа или если произошло возгорание. Родители, будьте внимательны и осторожны. А еще раз напомните своим детям о номерах телефона службы спасения, чтобы они знали, каким образом вызывать службу спасения, что говорить по телефону, адрес и свои контакты. Часто причинами пожаров становятся нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем. А это значит, что большинство происходящих возгораний в жилом секторе можно было бы не допустить. Поэтому сотрудники МЧС предупреждают, будьте внимательны и осторожны. Середина августа – лучшее время для подготовки своего дома к отопительному сезону. Проверьте состояние всех отопительных приборов – газовых, электрических, либо состояние печей. Не дожидайтесь наступления холодов. Повторите правила безопасности по пользованию отопительными приборами со своими детьми. Во время проверки не наказывают. Рейд профилактический. Его основная цель – объяснить, как уберечь себя от огня. Со всеми жителями сотрудники МЧС провели профилактические беседы, напомнили номера телефонов экстренных служб и вручили памятки с правилами пожарной безопасности.